Фасолевый паштет – недорогая и оригинальная закуска быстрого приготовления. Ваши гости точно не сразу догадаются, из чего сделан этот аппетитный бутерброд. Рецепт приготовления фасолевого паштета действительно простой и часто выручает, когда гости уже на пороге. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подписавшимся, больше вкусностей. Теперь о составе нашего блюда. Фасоль, 500 грамм, лучше консервированная. Луковица, 1 штука. Стебель сельдерея, 1 штука. Лимон, 1 штука. Орехи, 100 грамм. Чеснок, 3-5 зубчиков. Оливковое масло, 2-5 столовые ложек. Зеленый лук, 2 столовые ложки. Уксус, 1-2 чайных ложек. Соль, 1 щепотка. Количество порций, 10-15. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. До встречи!